Всем привет и добро пожаловать на канал Дмитро Юэ. И сегодня мы с вами продолжаем играть в такую замечательную игру, как GTA 3 Definitive Edition. В той серии мы с вами только, как говорится, начали проходить эту игру. Сегодня непосредственно продолжаем. Берем машину. А где машина? В смысле, я вчера ее сохранил. Мда. А в смысле? Так а смысл тогда тут этого гаража сюда загонять машину? Смысл от него вообще тогда ноль получается. Ладно, ну в принципе тут вопросы с машинами решаются довольно-таки легко и быстро. Вот так просто выбегаешь. Стой, падла. В смысле, ты что, обалдел? Стой. А стоп, а как тут бежать? Или это... Ладно, стой, 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 на секундочку. Дай на пару слов, дядька. Давай поговорим с тобой. Ой, блядь, полиция. Ёлка налево. Стоп, мимо. Ух ты, тихо, тихо. Так, а если я начну миссию, типа, у меня пропадут звезды или нет? Теряйся. Так, быстро, 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 быстро. Оп, все. Перевези мне мисти. Опять такси, что ли? Эй, иди сюда, потолкуем, миг, с тобой мы позже разберемся. Как дела, парень? Джо Леон Синдоуна хочет поразвлечься с любимой девочкой месяца. Сгоняй за ней куда-то там, учти этот ран контролировать дьяволу. Отвези ее к нему в гараж в Трентоне. Джо не из тех, кто привык штат. Вспомни, это твой шанс, я показал. Так что смотри на дорогу, а не на месте. По-моему, шикарно озвучиваю, не? Надо продолжать, я считаю. Так, все, звездочки пропали. Едем за этой опять мандавушкой. Куда там за ней? А, я помню, кажется, тоже эту миссию. Это просто сейчас за ней приехать и куда-то отвезти. Ну, короче, опять роль таксиста, не более. Чисто пока таксуем. Туда-сюда развозим. Да, конечно, тормозов ноль в этой машине. Так, подъехали. Ага, посигналить надо. Господи, какая ты долгая. Пропустить это можно? Ты меня уже бесишь. О, все, давай. Хоп-хоп. Куда тебя? Ты работаешь на Лидж, да? Похоже, наконец-то, что водила, которому можно доверить. Реально водила! Ну, типа, не больше. Ладно, так, поехали. Куда тебя везти? Ты, бля, полицию цепану. От дебил. От дебил, пиздец мне. Все, тикаем. Бежим, уезжаем. Еще это какой-то додик. Чисто бусик тонированный какой-то за мной едет. Это не к добру, если бусик тонированный за тобой едет. Это вообще не к добру. Быстро, валим, 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 валим. Так, одна звездочка пока сохраняется, но я думаю, сейчас она должна, по идее, пропасть. Так, так, елки-палки. На колеса, на колеса! Мисти, вылазь! Дура, вылазь! Фу! Так. Ребят, нужна машина. Вот, давай ты на хаммере. Теряйся. Все. Мне нужен твой автомобиль. Ну извиняюсь, она вообще-то неуправляемая тачка. Типа у нее ни тормозов, ни поворота, ни хрена нету. Типа, а как ехать? А, это я понял. Это к вот этому чуваку, по-моему, на СТОшке. У нее тоже сейчас куча там миссий потом будет, если я не ошибаюсь. Там еще кого-то, по-моему, взорвать надо будет, если я не ошибаюсь. Сейчас с ним еще познакомимся, пока потрендим. Так, надо еще какой-то лос придумать для озвучки. Да, тут тачки, СТОшка, машина в воздухе висит, по-моему. Ну, дефолт, что сделать. Джоули? Хочешь, чтобы я опять? Ага. Такое звучит, даже не знаю как. Луиджи сказал, ты найдешь на человека, заходи позже. Может, найдется работенка. Ладно. И этот чисто всегда молчит. А никого, то есть, не смущает, что он постоянно в тишине. Так, что, к нему на миссию залететь или... Или что? Или к Луиджи дальше? Давайте, ладно, еще одну миссию у Луиджи, короче, и потом пойдем сюда. Ну, по-моему, там у Луиджи всего пару-тройку осталось миссий, и дальше к этому Джоули. А, ну, в принципе, тут оно все рядом. Город небольшой, вот это, кстати, большой-большой-большой плюсик. Ух ты, вот это я, конечно, еще так не застревал. Ну, ладно. Ага, тут можно проехать? Можно. Аккуратно, подожди, аккуратно. Стоп, подвиньтесь, ребята. Двигаемся. Ну, здорово. Ты дебил! Ну, ты дебил! Куда ты прям под машину? Ладно, хоть пистолет заберу. Ну, ну, ты кончен. Ну, реально ты кончен. И зачем так делать? Так. Касательный сутенер.
Осатанелый, боже мой, осатанелый, осательный, господи, что я сказал, осатанелый. Какой-то урод из дьяволов поздравил свою работать, разберись с этим козлом. Если тебе нужен ствол, зайди в двор амуниции рядом с метро. Короче, надо кого-то, походу, порешать сейчас, я так понимаю, да? Так, вот здесь амуниция. А, это вот этого чуть. А, я помню эту миссию, я это на PSP проходил, я малый был, он меня бесил. А, это вы что, потерянные? Блять, меня сейчас арестуют. Текай! Фух. Так вроде должна была пропасть эта, как она, звездочка. Ладно, попробуем со звездой поиграть. Хотя я такое не люблю. Ну ладно, попробуем. Так, ну получается пистолет сейчас. Пистолет быстренько взять здесь в амуниции. Да что ты такой перепуганный? Иди во двор магазина, я тебе там кое-что оставлю. Во двор магазина. Это получается вот сюда. Да. Оп. Оп. Шикарно. Дай свой пикапчик, будет проще. Ты хочешь тот бери хаммер, мне в принципе не жалко. Так, теперь поехали за тем. А, он тут прям, слышишь, вообще красота. И что мне с ним надо сделать? А чё так подвисает? Ух ты, прям что-то так подвисло жестко у меня. Так, ну, плюс бабки, плюс бабки. Хорошо, а КПшку как восстановить? Где тут звездочки? Не звездочки, точнее. Ух ты, кто-то на пейджер что-то. А в амунацию завезли пистолеты. Какое счастье. Какое счастье. Так, а мне бы подлечить... А, ну стоп, возле больнички же есть это сердечко. Потому что вряд ли мне сейчас на новой миссии дадут новое сердечко. Да, то что, короче, у меня подвисло немного, когда я начал стрелять, меня это удивило. Так, главное, ну вот эту штуку не набегать. Оп, все. А если тут 200 здоровья не будет, не будет, блин, обидно. Ладно, поехали. На миссию дальше. Так, ну я тут немножко с графикой поигрался. Я выключил ограничение кадров на 60. И типа, а сколько сейчас интересно кадров у меня? Ну я вижу, что немножко плавнее стало. Но я немножко Ага, я понял. Дефолт. Нормально. Нормальная ситуация. Так, идем на следующую миссию. Вечеринка у копов. Ух ты. А это не та миссия, когда надо будет сейчас собирать, ездить всех по всему городу этих шалав? Или что надо делать? Ты что, перепуганный? Копы решили устроить вечеринку в старой школе, которая рядом с мостом, и теперь их потянуло на старой школе забавы. Все мои девочки сейчас расставлены по всему городу, от них копам, так они сорвут куш и порадуются, пока копы не пропили все свои бабки. Да, это, собственно, та самая миссия, где надо будет сейчас развозить. Ёпаная мать, 5 минут. Надо машину на 4 места, быстро. Быструю и на 4 места, собственно. Сейчас, чтобы взять, значит, так, мусорскую брать не буду. Надо быстро. Надо было подготовиться к этой миссии, я не знал. Таксишку брать не хочу. Ладно, сейчас по очереди. Стоп, фургон. Перенеел. Нет, мимо. Ладно, пока одну отвезу, может там по пути что-то найдется. Давай, быстро, давай, своими лапами шевели. А куда везти-то их? А как метку поставить? Ага. А, то есть не будет пути к метке? Ладно, поехали быстро, сейчас может что-то по пути. Где, мне надо 4 места, 4 места. Вообще шикарно это на моцке делать. Ёп. А! Да не, за 4 минуты я тут не управлюсь. А может, пусть они этими же штабелями в этот, в багажник сляжут. Почему нет? Ты 4 места? Нет, ты 2, это тормознутая непонятная машина. Еще и столб завис, ты смотри. Не, я не успею всех так отвезти, это сильно долго будет. Так, первая есть. А ну, если вот эту аккуратно взять, она будет открыта? Да. Да. Красота. Ты что? Сказка. А если еще? Стоп, можно? Да, вообще сказка.
Да куда вы, дебилы, прыгаете? Давай, быстро. Так, тут же менюшки время не тикает. Так, я, получается, вот здесь сейчас по пути еще одна будет. Там направо еще. Вот сюда и, в принципе, можно обратно вести. Ага, я понял. Я понял примерный маршрут. Полетели. Летим, 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 летим. Так, возле порта одна стоит, да? Быстро, быстро прыгай. Быстрее. Но я сильно потерялся, потому что у меня была только одноместная машина. Если, в принципе, на сразу три места, то было бы быстрее. Ой, как хорошо, все разъезжаются, сказка просто. Давай, быстро, быстро, быстро. Давай. Оп, все, полетели обратно. Быстро. А хотя, может, и успею. Их тут, по факту, три осталось. Их сейчас будет, надо будет пособирать со всех кусков города. А куда он сигналит мне же? Свой же. Чё он мне сигналит? Ладно. Ух, тоже что-то с управлением у него не очень. Так, быстро объезжаем всех. Так. Есть. 2 минуты. За 2 минуты. А, их 4 штуки. Одна останется. Блин. Так. По факту, наверное, сейчас поеду вот сюда. На самый дальняк. Блин, чё маршрут не строится? А как? Вообще никогда маршрут нельзя поставить. Это, блин, мне по факту сейчас надо... Сейчас я думаю маршрут. Мне получается сейчас надо будет налево, направо, налево и прямо, прямо, прямо. Ну, попробуем, давайте. Так, полетели. А, надо было туда, ладно. Надо было налево и направо сразу. Точнее, прямо поехать. Да ё-моё, я сам уже запутался, куда мне что надо было. Так, едем, 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 едем. В принципе, в детстве, по-моему, карта была больше, когда я играл в старую не Definitive Edition. Так, ну тут ремонт, ничего страшного. В принципе, у меня миссия важная, поэтому теряемся, ребята. Так, ну я как бы на метку приехал. Дальше, где мы можем еще по пути здесь забрать? Ага, прямо вот здесь будет сейчас. Я понял. Вон она, я уже вижу метку на карте. Двигаемся, детки. Так. Давай быстро. Есть. Угу, сейчас направо и самый низ. Я понял. Я представляю в жизни сутенера, который на полицейской тачке с мигалками развозит шалав. Я это просто... Просто... Блин. Цирк на дроте. Так, как мне быстро сюда доехать теперь? Ладно, поехали. Сейчас как-то будем мудрить быстро. Ну, я примерно карту уже запомнил. Так, сюда. Ну да, и вон по прямой уже как раз таки. Ага, и вон последний останется у меня. 15 секунд останется. 10 секунд, блядь, я не успею. Я не успею. Твою мать. А, я ее еще и задавил. Плюс ко всему. Ай, блин, чуть-чуть не хватило, буквально 10 секунд. Это из-за того, что я с тачки протупил в самом начале. Так. А, то есть с самого начала это здесь. Хорошо. Хорошо, дубль 2. Еще раз прокачусь. Так, я беру сразу фургон, короче, вот такой. Все. И сразу еду за всеми по чуть-чуть. Все-таки уже на 4 местах, она хоть чуток и медленная будет, но зато это уже сразу 4 места. Давай, багажник сразу. Молодец. Так. Так, куда можно сейчас? По прямой можно будет забрать. И вот эту одну. Все, поехали. А там потом сейчас просто полицейскую заберу и все. Так, первая пачка готова. Отлично. Теперь быстро беру вот эту LCPD. Это же получается Liberty City, по-моему, город, да, если я не ошибаюсь. Так, теперь получается лучше всего, я считаю, поехать сразу на дальняк и забрать там 2. Почему бы и нет? Так, 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 примерно считаем план, как нам можно быстренько доехать. Но я уже примерно понял, включаем сирену и просто как боги едем.
Так, еще одна пачка. И последние две. 40 секунд, в принципе, это выполнимо. Так, стоп, 5 секунд. 5 секунд, 4, 3, быстро. Все. Есть, миссия таксиста выполнена на последней секунде. Фух, было плотно, но я справился. Все, оп, еще 4000 и бонус двушечка. Уже 15 тысяч баксов. Замечательно. Ну что, ребята, а на этом мы будем заканчивать данную серию. Всем спасибо, кто посмотрел. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Ну и, конечно же, совсем-совсем до скорого.